Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 644. Дано. Нам даны две касательные, проведенные к окружности с центром в точке О. Эти касательные МА и МБ. Еще в условии сказано, что точка С симметрична точке О относительно точки Б. Тогда так и запишем. Точка О и точка С симметричны относительно точки Б. И нам нужно доказать, что угол АМС равен трем углам БМС. Но вначале нам нужно построить точку С. Тогда вспомним определение. Точки О и С симметричны относительно точки Б, если точка Б находится в середине отрезка ОС. Тогда соединим точки О и Б и на продолжение этой прямой отложим отрезок BC, равный отрезку OB. Ну, запишем, что OB равно BC. Тогда в соответствии с определением точки О и С будут симметричны относительно точки Б. Теперь соединим точку С и М. Еще проведем прямую через точки О и М. А вот теперь рассмотрим наши касательные МА и МБ. Поскольку эти касательные проведены к окружности из одной точки, то, во-первых, отрезки АМ и БМ равны, а во-вторых, равны углы, образованные этими касательными с прямой ОМ. То есть угол ОМА равен углу ОМБ. Отметим на чертеже равные углы. Вот эти углы равны. А теперь еще рассмотрим касательную БМ или МБ. МБ – это касательная, а ОБ – мы соединили точку касания Б с центром окружности. Значит, ОБ – это радиус, проведенный к точке касания прямой МБ с окружностью. Тогда МБ получается у нас перпендикулярно этому радиусу, проведенному к точке касания. А поскольку ОБ, отрезок ОБ, лежит на отрезке ОС, то мы можем записать, что МБ перпендикулярно отрезку ОС. А вот теперь мы рассмотрим треугольник ОМС. В этом треугольнике МБ – это высота, проведенная к его стороне ОС. Но поскольку отрезки ОБ и БС равны, тогда мы можем записать, что МБ – это еще и медиана. А раз МБ – это и высота, и медиана, значит треугольник ОМС равнобедренный, а его высота и медиана еще является и биссектрисой. И раз МБ – это биссектриса, то биссектриса делит угол ОМС на два равных угла. Угол ОМБ равен углу БМС. А угол ОМБ у нас еще равен углу ОМА. То есть это все три равных угла. Угол БМС. А вот теперь мы можем записать угол АМС. Как видно из чертежа, его можно представить в виде суммы трех углов. Угла ОМА плюс угол ОМБ и плюс угол БМС. И поскольку все эти углы равны, то можно записать, что угол АМС равен трем углам БМС. Что и требовалось доказать. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.